Шуршан, ты трезв, разыгран и готов показать максимум. Студийка без вокала и ритм-секции. Простите. Бля, мне уже страшно. Я думаю, сейчас там будет просто отборная беда. Ну, как бы, вот это даже, как бы, мыши даже криво скребутся. То есть, помните, Молчанов там хотя бы мыши поровнее скреблись. То есть, там такие мыши и танцоры. А тут уже все. То есть, прям вот эту мышь... Эти вот усы прям мне на... Какие-то сухарики прям нашла, три корочки, драную пачку. То есть, бомжку это не доела, и прям на... Сколько же я прочитал комментов, да, вот этих вот по поводу Фрусианта. Даже сегодня, кстати, был какой-то коммент. В духе ты не понимаешь, он останется на века. Ты просто не чувствуешь его вайб, и твоя стерильная игра, типа, нахер никому не нужна. Ну вот, помните, мы в прошлый раз смотрели по поводу Хеймит, да, или Супер Соляк, там, Блэкинг. Вот это все. Вот Мухтейном, как говорится, welcome. Тоже можно закачать себе легендарного, любимого, обожаемого Фрусианта. Лучший гитарист за 30 лет по опросам BBC чего-то там. Вот, блин, у меня реально даже какая-то микромечта, чтобы эти все бедолаги собрались и сделали какой-то этот... фит, да, то есть, грубо говоря, вот самый именно отборный шлаг, да, в плане вот этих всех гитаристов, типа в кавычках, Шуршанте, Слэш, Хеймит, Мастейн, и чтобы они еще и напели сверху, да, там Танкяны всякие пришли, Молокяны, лидировать партию Танкяны, какая-нибудь, потом Мастейн, потом Том Арай, какой-нибудь, Angel of Death, и сзади просто вот этот сюр шуршащий кривой. То есть чувак даже 16-й просто тык-тык-тык-тык-тык. Блять, он, сука, ну просто нет слов. Поэтому все защитники, да, Фрусианта, сразу просто берут контракт, где написано прям, я глухой, первый пункт, там, я признаю, что полностью глухой, вообще ничего не понимаю, ни гитары, ничего, абсолютно ноль, т-т-т-т. Я там признаю, т-т-т-т. И прям все в конце, прям дата, подпись. И вот каждый, кто пытается вот эту хуйню, блядь, защищать, Шуршанта, каждый просто такой контракт подписал, поставили печать, и все. То есть глухоман. Вот такой, как бы, стоит вердикт. Поэтому это, ну, блядь, просто слов нету. Просто нет слов.